Доброго времени суток. Канал «Котельный доктор». Котел Бакси Экофор перестал у нас давать горячую воду. А точнее, холодная вода идет отлично, а горячая идет, ну, раз в 10 меньше струйка. Значит, в первую очередь я пробую сделать обратную промывку. Видите, я отсоединил патрубок, входящий на горячее водоснабжение. Здесь у нас кран открыт. Давление в котле остается, подпиточный мы не трогаем. Что мы делаем? Ставим под низ тазик, либо какую-то посудину. Если у нас вот такого плана смеситель или с двумя ручками, что мы делаем? Мы закрываем рукой, допустим, смеситель хорошенько и открываем на середину его. Таким образом, у нас в обратную сторону через этот кран, через датчик расхода ГВС будет вылетать все, ну, включая тот мусор, который туда залетел. Ну, если он, конечно, не успел зашлаковаться. Обнаружили мы сегодня интересное вещество довольно-таки. Посмотрите, вот он в тазике, видите, вот это золотистый песочек. Да, ну это не золото, и ничего здесь драгоценного нет. Это наполнитель фильтра. Мой клиент постоянно пользовался нитяными фильтрами, а теперь поставил новый. Я так понимаю, что это, друзья мои, абсорбент, который прорвался. Причем эти фильтры дороже. Я не ругаю ни производителя, никого, но вот моих клиентов я стараюсь обезопасить от вот таких дел. То есть сейчас нам повезло, что у нас на Бакси Экофор на входе стоит небольшая сетка. Вот посмотрите, это какой-то такой абсорбент, как золотой песочек. Я достал, он очень похож на икру, знаете, на икру мелких рыб. И полностью кран, вот этот кран у нас все сейчас забито этим абсорбентом. Сейчас мы это дело промоем, так что будьте осторожны, друзья мои, будьте аккуратны. И если вы даже ставите такой фильтр, то ставьте после него обычно нитяной от механических частиц, то есть на котором намотана, грубо говоря, нитка. У меня канал не по фильтрам, у меня канал по котлам, но ваш котел может здорово пострадать от вот такого фильтра. Так что, друзья мои, будьте аккуратны.